Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что в воскресенье в уникальном этнокультурном комплексе «Парк Дружбы народов» прошел двойной праздник. Здесь отмечали День города и уже в 8-й раз региональный праздник «День дружбы народов». Этнофестиваль «Наследие народов» собрал представителей всех национальностей региона. На людей посмотреть и себя показать пришли сотни горожан и гостей Самары. Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что до конца сентября проходит акция «Рука в руке». Можно позвонить на единый общероссийский детский телефон доверия, указанный на экране, и получить консультацию психолога анонимно и бесплатно. Как найти взаимопонимание с ребенком? Как конструктивно разрешить конфликт в семье между братьями и сестрами? Как воспитать ответственность в ребенке? Что делать, если он обманывает? Квалифицированные психологи ответят на ваши вопросы. Телефон работает круглосуточно. Администрация железнодорожного района Самары напоминает об основных правилах безопасных прогулок. Родители должны быть в курсе, где и с кем находится ребенок. Не допускать нахождения детей на улице в ночное время. Не садиться в машину к незнакомым. Не гулять по стройкам и заброшенным зданиям.